Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слышу, вы отвечаете, воистину воскрес! Сегодня праздник, сегодня Пасха. Немножко не повезло с погодой. Вчера такая была прекрасная погода, сегодня небо затянутое. Идет маленький дождь, и мы собираемся поехать в церковь. Мы на ночную службу не ездим, поедем сейчас в церковь, освятим Пасхи, освятим корзину, ту, которую необходимо брать в церковь, ну и потом будем разделять. Нет еще. Красный. Куда же поехали? Вы знаете это, сейчас проезжали электростанцию, но я почему-то забыла, сколько людей в ту церковь, это возле прокуратуры. Но мы едем в песчаное, потому что мне нравится там такая энергетика, и тем более сегодня такой праздник, что ничего, немножко, конечно, далековато. Христос, но ничего, воскрес. Еще раз. Видите, люди идут, идут и идут. Он хорошо, видите, на пороге, кто стоит, кто внизу. У нас есть зонтик. Сразу сейчас мы сходим в церковь. Как раз он батюшка святит, ребята. Сашунь, идемте, как раз святят. Мы можем посвятить, потом зайти в церковь. Бери. Нам так повезло, сразу смотрите, батюшка идет. Вот наши корзины, мы сейчас будем открывать их. Вот наши. Ой! Да, открой чуть фольгу, а то соль, чтоб попала. А на сало, на колбаску, на эту, на хрончик положи, вот это все наше. Блин, и блин. Пока прикрою. Ну, чуть-чуть приоткрой, Саш. И яйца в корзин. Видите, как хорошо. А батюшка молодой, у них новый. Ну. Нашел, Саша, ты денежки? Портмоне. Ты ж карман забрал. Не-не, мы нанимаемся. Держи сумку. Саша, у меня так запуталась. Держи, Саша, не положишь коробку. Куда заходят? Что, у меня 20, типа, два желания или все? Нет, ну, Саша, ну это на пожертвование храма. Там внутри сейчас будем церкви, эти свечки еще покупать. Причем тут? Мы даже свечку не успели купить. Такая спешка. Мы сейчас купим. Как не посвятили? Сейчас он посвятит, они просто стоят там. Дождь, представляете, дождь нам немножечко. Как хорошо так быстро все. Смотри, какие замерзли детки. Смотри, какой красивый петушок. Корзинка гарна такая, хлопчика. Немножко погода подкачала, но ничего. Все в основном, конечно. Я брала и клееночку накрыть все, ну, оно там у меня. Что-то они думают, там стоят. Там хорошо, надо было на приступках становиться, и дождь не мочит, и ничего. Ой, надо прикрыть, чтобы он сейчас оглазурся. Течет. Хотя у нас глазурь такая крепкость. Этот раз шикарная глазурь получилась. Ну давайте, ну дождь же идет. Я не умею даже косынки вязать на голове. Да просто завяжи узел, как я, смотри. Как бабушка. Смотри, как он как поливает сильно. Боже, ту женщину, ту девушку так покупал. Можно к ним походить? Наш, видишь, на русском поют. Надо правой рукой перекреститься. Вот сейчас открывать надо. Открывайте Пасхи. Сейчас будет вас батюшка. Смотри, сейчас вас хорошо-хорошо он окунет. Ой! Воистину воскрес! Воистину воскрес!
истинно воскрес. Хорошо вас покупали всех, да? Ой, меня потекло, что так вот, знаете, между грудей. И все мокрые. Все, накрывайте, пойдемте. Давайте. Пойдемте в церковь. Уйдемте сюда. Ой, я такая мокрая, у меня течет прямо аж поэтому. Ребят, ну вас, конечно, батюшка посвятил очень хорошо. Специально, чтобы вы, кто не был в церкви, чтобы... Ой, вообще. Кто не умывался, тот батюшка того умыл. Или... Ну ладно, идем так. Ой, я такая мокрая вообще. Поставьте вот здесь. Прикройте Сашуне салфеткой. Боже, я не могу глаза продереть. Сейчас. Ух, спасибо, батюшки. Так нас хорошо. Светил. Служба закончилась, ночная служба, всю ночь служба шла. Народа, конечно же, уже нету, потому что, вы же понимаете, и молодой батюшка, потому что тут, ну, тяжело всю ночь простоять, народа сколько было. Сейчас мы купим здесь свечечки и пройдемся, поставим. Сашуня, отключи, я не могу, у меня или руки мокрые, или вода попала немножко. Здесь даже, вот поджигайте, вот есть даже благодатный огонь. Сказали, вот он с Иерусалима, его привезли. Ну, нас в Украину привезли. Вот он, видите? Это свеча, подпаленная от благодатного огня. Вчера в Борисполь прилетел самолет и привезли по всем церквям, все разобрали. Ну и ставьте, пожалуйста, где вы считаете нужным. Вот здесь, Сашенька, вон еще, это благодатный огонь, подпали, видите, вот там, вот там. Подходи, Сашенька. Вот там. И к любой. Ставишь вот здесь, вот там вот можешь поставить, Сашунь, дальше, где хочешь. Кто к Николаю Чудотворцу ставит, кто Божьей Матери, вот исповедник архиеп Лука, скоропослушница. Сегодня за Царство Небесное все убрали, ребята, сегодня нету. Так что сегодня только за здравие. Пойдемте поставим, потому что немножко неудобно и снимать, и заняты все, видите, ячейки для церкви. Но мы сейчас вот сюда пойдем. Там более свободно. Главное, чтобы не потухло. Сашунь, подержи вот эту свечечку. Это держи. Надо, я подпалю. Это в куличок вставьте в один, пусть погорит чуть-чуть. Потом дома подпалим. Жалко. Нет, так, как-то жалко. Ради чего в церковь приезжают. Уже такая... Я такая мокрая. Это вообще просто ужас. Вот эти есть. Ставлю свечечку.
И потихонечку люди подходят, подходят, подходят. Все-таки село большое такое. И вообще, я же говорю, что энергетика очень такая чистая. Мне нравится. Вот на службе. У меня есть видео, вы можете посмотреть. Я вам покажу, как называется этот храм, потому что точно не знаю название. Но мне нравится. Здесь, знаете, здесь люди простые. Оно село, большое село. И люди такие щиросердечные. Тут так хорошо поет хор. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину. Воистину воскрес. Песчано, Сватый Успенский, храм села Песчано. Заходите в Facebook, есть страничка. Всем поклон, с Светлым Христом воскресенье. Спасибо большое. Видите, батюшка, это молодой батюшка. Вот слева шел такой серый ряд, это их глава, а это молодой. Видите, как нам повезло, нам даже нас сам батюшка прямо всем всех поздравил. Аж мурашки у меня по коже пошли. Все, пойдемте, мои хорошие. Все забрали. Это в пасочку поставим. Все, погорело, тушите. Это дома мы подпалим. Это для дома. Забирайте яйца, все, пойдемте. Все, пошли. Господи, дай всем здоровья. До свидания. Спасибо. Вот знаете, честно говоря, очень большому стыду. Не знаешь, вот люди говорят, не знаешь, что отвечать. А это надо знать. Ну, я думаю, видите, и дождь закончился. Ну, ничего. И дождь помыл нас, и батюшка хорошо нас помыл, окропил. И вот люди идут. До 9 часов будут светить куличи. По-моему, до 9. И вот опять сейчас будет очередь выстраиваться вот здесь. И будут светить. Видите, сначала заходят в церковь, потом встают. Мы просто быстро бежали, потому что как раз батюшка светил, чтобы не стоять под дождем. Так что праздник только начинается. Сегодня все будут праздновать. Действительно, праздник, который в каждой семье, в каждом доме, как говорится, понимают и должны понимать. Ворота сегодня открыты. Господи. Всем самое главное здоровья и мира. Вот это самое главное пожелание, я думаю, у каждого человека. Все, мои хорошие. Ну, теперь можно ехать домой, бо мої уже не знают, як. Хочуть їсти, вот сейчас махают руками, стоят, видите, он под бигбордом. Саша моя, конечно, вообще ничего не знает, и это упущение нас, как родителей, потому что, ну, вот на Западной там приучают детей к Богу, ко всему, а у нас, мы, он взрослый, да не знаем, что делать, куда идти. У Саши мама насколько верующая, но он же ж нет, он абсолютно, да там даже 1% нету. Так на улице пахнет хорошо, так пахнет, прям, знаете, пыль прибила, так что... Подожди, Саша! Хорошо, вот мы сейчас едем домой уже. Посмотрите, вот в этом районе Гвардейская, люди тоже идут. Маленькая тут церковь построена, вот. И люди идут освячивать. Вот видите. А я думаю, куда они идут? Где тут церковь? Есть тут церковь. Здесь, конечно, единственный недостаток, что люди стоят за пределами церкви, видите? Но! Мы проезжали электростанцию. Народа это просто очень много. То есть вера в сердцах людей существует, и это самое-самое главное. Вот такая церквушка небольшая, как у нас на Занасыпи. И люди идут. Это не значит, что нужно в 12 прийти. Можно вот сейчас 7:30, людей очень много. Может, привычка. Смотрите. Прямо очередь стоит, чтобы зайти в церковь. Церквушка маленькая и не помещаются все.
И так везде, везде, у каждой церкви сегодня очень много людей. Что, мы дома. Вот наш пасхальный, как говорится, уголочек. И то, что касается, как говорится, разъявления, вот на столе, стол мы накрыли. Вот холодец, соль свеченная, вот сейчас мы будем это, хренчик, видите, есть у меня, да. Пасха свеченная, яйца свеченные, блинчики с семгой свеченные, колбаса толстая и худая свеченная, рыбка, все. Так что давайте будем разъявляться. Желаю вам всем хорошего праздника. Пусть Бог посылает здоровье. Но уже мои сидять мовчики притаились. А так уже так есть ты хочешь, что просто невозможно. Все, будем кушать, разъявляться. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! И подпаливаем свечечку. Пусть она у нас... С эффектами. Пусть она немножечко у нас здесь погорит. То есть огонь с церкви должен согреть каждый дом. И пусть этот огонь приносит в каждый дом только радость, здоровье и, конечно же, мир. Еще раз с праздником вас, мои хорошие!